Всем здорово! Сегодня мы снимаем очень неожиданный видос, который вообще не планировали снимать, но одесские подписчики очень попросили, чтобы мы это сделали. Поэтому, ребят, в этом видосе вы узнаете, какие скейтборды у одесских подписчиков, которые, кстати, катают очень жестко. Я офигел, тут малые на прогрессе максимальном. Ну, думаю, вы уже увидели из прошлых видосов, я надеюсь, потому что я не знаю, снимал ли Руслан их трюки, но надеюсь, что снимал. Но зато сейчас Руслан будет с ними общаться. Короче, ребят, поехали! Привет, как тебя зовут? Даня. А сколько катаешься уже? 8 месяцев. Ну неплохо. Стрел, у тебя новый комплит. Да, что скажешь о нем? Наждак, шейк-джант, ну, плюс-минус 400 гривен. Подкладочки крукет, гривен 150 на ставке. Розовые, яркие, прям нормально. Да. Подвески тифы, 1500. Цвет крутой, переливается очень прикольно. Да, спасибо. Да. Что за колеса? Гены Какуши. Пирожки. Пирожки, да? 700, а подшивы? 750 гривен стоили. Подшибы Spitfire Chipshot. А за деку мы не сказали, да? Да, доска Papa Power. Неплохо. И сколько в сумме вышло? В сумме где-то, наверное, 4500, так, плюс-минус. Ага, а стикеры сколько? Ой, стикеры бесплатные. Я думал, самое дорогое будет. Стикеры бесплатные. Ну ладно, давай свою инсту. Три нижних подчеркивания. Донателло, три нижних подчеркивания. Ага, сделай еще трючок для нас. О, неплохо, неплохо. О, хорош. Давай, удачи. Привет, как тебя зовут? Илья. Илья, сколько катаешь? Ну, год, сегодня год. О, неплохо, прям юбилей. Что у тебя за досочка, расскажешь? Доска Skate Mafia брал за 1800 гривен. Ага. Траки Sif 1500 гривен. Колеса, у меня, я когда первый комплит покупал, это еще они остались, так что не знаю цену. Подшипники Hardluck 600 гривен. А что за колеса ты не сказал? Или не помнишь? Глоб. Неплохо, а наждачок? Наждак Enough 200 с чем-то гривен. Сколько у тебя уже комплит? Три месяца. Три месяца? Ну неплохо держит, на самом деле, как для трех месяцев. В принципе, да. О, неплохо. Это хорош, давай. Теперь твоя инста. Холи Илья. Все, давай, удачи. Как тебя зовут? Влад. Влад, сколько катаешь? Год. Год, неплохо. Показывай, что у тебя за комплект. У меня доска Бейкер стоит 1800 гривен. Траки Сив стоит 1500 гривен. Колеса Enough за 500 гривен дал. Потом подшипники Spitfire. Не помню, какая модель, но тоже 500 гривен стоит. Болты. Шейк Джанс стоили 250 гривен. Ага. И наждачок тоже Enough 200 гривен. Сделаешь какой-нибудь тучок для нас? Да, хилл с большой тумбы. О, хорош, хорош. Давай свою инсту. Влад, нижнее подчеркивание, туба. Кстати, забыл спросить, сколько в целом стоил твой комплит? 4800 гривен. Неплохо. Ладно, давай. Как тебя зовут? Денис зовут меня. Сколько катаешься? Катаюсь где-то год и месяцев 5. Неплохо. Что у тебя с досочкой, рассказывай? Доска OFS бесплатная. Ага. Подвески я купил где-то за гривен 700, это супер кастом. А что за подвески? Iron. Ну, там базу я поставил. Я, честно говоря, таких даже не видел никогда подвесок. Не, ну я слышал, что такие, ну, саму фирму знаю, но я таких не видел на самом деле даже. Так что... Колеса базарные тоже бесплатные. Ага. И подшипники... Spitfire. Я купил за гривен 400 гривен. Неплохо. А что у тебя за задний трак? Подожди, они же разные, да? Мне нет, кажется. Тут база просто другая, я ее поставил. Понял. И сколько это в сумме получилось? В сумме я не знаю сколько. Ну, на скидочку. Я просто все давно покупал. Ну, где-то 1500 стоит все вместе. Ага. А сколько вообще катаешься на этом комплите? На этом? Ну, конкретно, давай на доске говорить тогда. На доске? Неделю. Неделю? Ну, мне ее дали просто бывшего использования. Я понял. Сделаешь трючок для нас? Ну, давай попробуем. О, ну ладно, засчитаем. Очень. Какая твоя инста? Инста Михайлов. Как тебя зовут? Глеб. Надо бы сколько катаешься? Примерно год. Примерно год. Что у тебя с досочка, рассказывай? Так, сухарик. Ага. Деспиш. Боссный став. Сколько на? 2200. Ни хера себе, 2200. Под доску 8.0. Сколько они? 1400 были. 145-е, да? Да. Потом обоссанные колесики Revol. Сколько они там? 650 или 750. Да. Потом подшипники No Name. Батя подогнал. Потом... Что еще?
Наждачок. Наждачок, пиздатый шик-джант, from old school. Ну да, мигает так прикольно. Болты? Болты шик-джант, сколько не есть? 120 примерно. Ну, болты-то такое. Да. И сколько катаешься на этой деке уже? На этой деке, ну, месяца три. Неплохо, неплохо. Да, до сих пор живет, да? Да, на сухарик. Но в плазе убиваются доски поменьше, чем в стриту, правильно? Ну да, типа, здесь бетонное все-таки покрытие. Ага, что это у тебя за стикер такой прикольный? А, стикер у бати с мотоцикла спиздил. Нифига себе, он объемный прям. Да, это Харли Дэвидсон. Я так понял, ты ноуслайд не делаешь, да? Нет еще. Хорошо, сделаешь какой-нибудь трючок для нас прикольный? Не знаю, я еще не раскатался, но давай. Давай, давай. Хотя бы Олли. Что-нибудь легкое тогда. О, неплохой покушает. Давай, твоя инста. Глеб, нижнее подчеркивание, Ротенберг. Понял. Давай, давай. Удачи. Как зовут тебя? Привет, меня зовут Кирилл. Сколько катаешься? Вот. Расскажешь что-нибудь о своей доске? Да, это я купил в Стаффе. Доска Enjoy. Enjoy, так. Она стоила 2600 с чем-то. Где-то так. Ага, это у тебя Complete Enjoy, да? Да, да. И как она тебе? Нравится. Хорошо. А сколько деки уже еще раз? Буквально месяц. Ну, неплохо. Сделаешь какой-нибудь трючок для нас? Да, практически ничего не умею, но пробую. О, неплохо. Давай, твоя инста? Кирджа, нижний прочек ДР. Привет, так. Как тебя зовут? Богдан. Что у тебя за... 15 лет. Сколько катаешься? Уже где-то годик. Неплохо. Что у тебя за комплит, рассказывай. Так, доска Habited, про модель Стефана Яновска. Взял на радиусе за 2 штуки. Траки Iron 5. За где-то 600-700 гривен. Mm-hmm. Колеса друг подогнал. Подшивы? Подшивы все там перемешаны. Там полына с базара, полына джарт. Я понял. Что за наждачок у тебя? Наждак обычный, с радиуса 200 гривен. Сколько катаешься уже на этой деке? Месяцев 6. Неплохо, уже неплохо. Чипанная, погрызанная. Как она тебе в целом? Ну, хорошая, в принципе. Понял. Но она очень быстро убивается. Ну, типа, это ты долго на ней уже катаешься, на самом деле. Скорее прошлые из-за этого. Дольше жили. Хорошо, сделаешь какой-нибудь трюк для нас? Да, конечно. О, хорош. Неплохо. Твоя инста? Грейп, нижнее подчеркивание, джант. Как тебя зовут? Влас. Сколько катаешься? Ну, примерно с прогрессом с июля. Ага, а лет тебе сколько? 11. 11. Расскажи, что у тебя за скейт? Ну, дека Enough. Ага. Брал за 100. Нормально. Траки Thunder 1250. Неплохо. Подшипники Bronsons G3 800. Хорошие подшипники. И подгон Spitfire. Ага, а наждачок у тебя какой? Enough. Кастомный, кастомный. Прикольный наждак. Да. Ну что, сделаешь какой-нибудь трючок для нас? О, хорош. Привет, как тебя зовут? Олежа. Расскажешь, что у тебя с дека? Дека Джард, короче. Ага. Фиш. Это суперкристалл. О, я таких даже не видел. Я тоже. За 50 гривен купил, короче, у друга. Подшипники No Name вообще. Потом бушинг я в Стаффе брал. Это No Name болты. База Independent. Так. Ну и наждак, типа сам. Кастомчик, понял. Да. Сколько, кстати, катаешься? Полгода. Полгода? Сделаешь какой-нибудь трюк для нас? Давай. Хорош, по болтам. Давай. Инсту свою? Хан Глан. Как тебя зовут? Паша. Так, рассказывай, сколько ты катаешься? Я катаюсь где-то год примерно пока что. Так. Неплохо. А ну что у тебя за комплит? У меня дека Skate Warehouse, да, 8.25, Сивы, колеса Spitfire уже стерлись, и подшипники Shakejant обязательно. Ага, а наждачок у тебя какой? Форм. Понял, нормально. Сделаешь какой-нибудь трючок для нас? Ну, давай. О, хорош. А, кстати, не спросил, сколько это все стоило в сумме? На вскидочку. Где-то 3500, может, больше. Понял, давай свой инстаграм. Павел Кроули. Все, спасибо, удачи. Ну а сейчас мы идем снимать новое видео для вас. Поэтому, ребят, давайте, 7000 лайков, и оно выходит. Потому что я смотрю, его в последнее время вообще красавцы. Мотивируйте нас снимать как можно больше. Мы снимаем жесткий контент, стараемся. Правда, этот видос разговорный, но нужно разбавлять, согласитесь. Тем более, я думаю, это интересно посмотреть, какие скейтборды у других скейтеров. Это интересно, познавательно. И как раз вы будете знать, какой скейтборд себе покупать. Потому что в последнее время мне подписчики очень часто пишут в директ, какой скейтборд выбрать, и скидывают, например, скейтборд. Скейтборды супермаркета и так далее. А зачем покупать скейтборды из супермаркета, если можно посмотреть мой видос о скейтборде из супермаркета и понять, что его не стоит покупать, потому что мы сняли уже около 20 видосов по поводу скейтбордов из супермаркета.
Но вы все равно их покупаете. Не гениально это, пацаны, не нужно так делать. Поэтому, ребят, на этом все. Подписываемся на канал, оцениваем видео. Лайки, дизлайки, комментарии. И всем пока, до новых встреч.